Всем привет-привет! Вы на канале Саша и Вера, деревня в Чувашии. Сегодня 8 июля 2021 год. Мы давно с вами не виделись и давно не видели моих обзорчиков. Сегодня обзорчик по теплице. Это у нас огурчики. Огурцы растут у меня двух сортов. Вот такие беленькие, симпатяги, и зелененькие. Огурцами балуемся мы уже недели три, наверное, не могу точно сказать. Готовим салатики. Огурцов не так много, на улице еще меньше, но слава богу есть. Вот так натянула я тут ниточки, чтобы они ползли. Они уже все дальше и дальше занимают теплицу. И места им тут катастрофически не хватает. Еще у меня в теплице есть перчик, который меня прямо радует. Посмотрим. Перец у меня здесь разных сортов. Так, посмотрим, какие перчухи выросли. Вот такие здоровенные, здоровенные. Видно вам, не видно. Во, какой мощный перец. Аппетитный, сочный. Красота. Высотой, я не знаю, какие большие, высокие такие перцы. Здесь несколько сортов. Так, вот этот начинает уже менять окраску. Вот такой становится. Здесь помельче перец. Так, это кубышка. Это сорта из каких-то там магазинных перцев. А это у нас сорт «Подарок Молдовы». Вот. Перец теплицы радует, конечно. Переходим к обзору томатиков. Так. Томаты я сажала давно. Еще зимой. И когда высаживала в теплицу в апреле, старалась пометить каждый сорт. То есть отметить наименование, вставить табличку с наименованием. Где-то у меня получился пересорт, а где-то сорта соответствуют названию. Вот это сорт трюфель оранжевый. Вот такая помидоринка. Томатик вот такой. Сажала я по два куста одного сорта. Получается у меня здесь трюфель один кустик и второй кустик. И формировала в два стебля. Вот, видно. Идет основной стебель и разделение на два стебля. Посынковала я уже раза три или четыре, не могу сказать точно. Но несколько раз выносила гору листьев. И теперь прекрасно видно, сколько помидорок. Помидорки радуют. Вот этот трюфель оранжевый. Вот он действительно оранжевый. Такой замечательный. Так и хочется его слопать. Высотой, конечно, они выросли огроменной. Как это показать? Вот от низа и до самого верха. Следующий сорт у меня банан желтый. Тоже два кустика. Тоже сформированы в основном по два стебля в начале. А дальше пошла каша-малаша и непонятно что. Но банан тоже радует. Вот такая связочка. Это первая кисть. Начинает желтеть. Томатики очень сладкие. Бабуле наши нравятся, поэтому мы их сажаем. Сорт Дебарао красный. Вот тоже это первая кисть на одном из растений. А здесь на другом растении вот такая первая кисть. Она гораздо мощнее, ну и выше расположена. Тоже растение огромное. Вот так, 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 так. Помидорки такого среднего размера. Ну, что меня вполне устраивает. Так, а здесь у нас Тарасенко сорт. Очень нравится мне этот сорт. Вот это одна кисть. Так, убираем тут листья лишние, чтобы не мешали нашим обзорам. Вот такая здоровая первая кисть. Далее пошла вторая кисть. Она уже не такая большая.
Но она еще наберет свою силу. Ну и дальше идут кисти. Так. Вот это. Такое безобразие. Сломался у меня один томатик. Просто упал и надломился. Такая здоровая ветка. Просто жалко было выбрасывать. Ну, я решила воткнуть его в землю, поливать. И дай бог выживет. И смотрите, часть листьев высохла, а часть листьев поднимается. Значит, стебель этот огромный пускает корни. И вполне возможно, он выживет. Даже здесь есть помидорка маленькая. Вот. Это следующий куст. Опять Тарасенко. А здесь первая кисть вообще огромная. Как ее показать? Вот такая здоровая кисть. Помидорки обещают быть красными и вкусными. Следующий сорт мне очень нравится. На вид, на вкус не знаю. Первый раз сажаю. Это сорт поцелуй. Вот такие кисти. Помидорки мелкие, типа чериков. Это первая кисть. Ну, тут тоже у меня произошел разнобой. То ли два стебля, то ли три стебля. Ну, неважно. Так, этот томатик. Черный принц. Ну, здесь особо помидорок-то немного. Вот такие помидорки. Помидорки, помидорки. Так, и средний ряд. В среднем ряду у нас произрастают томаты. Вот это сорт пламя F1. Обещали быть красными, но они не красные, а какие-то оранжевые. На картинке тоже такой кистевой такой сорт. Кисти крупные, большие. Помидорки такие маленькие, небольшие. Ну, у меня что-то кисти не очень. Ну, такие вот, средние, можно сказать. Здесь в одной лунке растет два растения. И каждое растение еще поделено на два ствола. Разделено. Вот два ствола идут, 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 идут. Ну, и тут еще третий притесался. Так, это сортик. Денежный мешок. Такое мощное растение с большими жирными листьями. Но помидорками что-то не радует. Как-то скудненько. Маловатенько. Два куста, а помидорок мало. Следующий сорт идет у меня. Хурма. Вот такое растение показываю снизу. Первая кисть. Вторая кисть пошла. Дальше у меня тут вот эта третья кисть одного. Ой, одного ствола. И кисть. Какая это будет? Первая кисть второго ствола. И так пошло, пошло, поехало. Растение такое высокое, длинное, мощное. Два растения у меня таких. Следующее — Спасская башня. Ну, вот это мне, конечно, очень понравилось растение. Спасская башня. Вот этот томатик радует помидорками. Уже штук 10 или 15 собрали и съели. Еще висят красные. Это одно растение. Оно невысокое получилось. Но все в цвету, в завязях и в помидорках. И другое растение аналогичное. Спасская башня. Первая кисть мощная, здоровая такая. Видно по ней. Вот это первая кисть. Дальше идет разделение на два ствола. На одном стволе вторая кисть. Вот она какая здоровая. Тут сколько? 7 помидорок. На другом стволе вторая кисть. Тоже радует. И так далее. Вот третья кисть. Вот ствол, который обломался, я посадила отдельно. Так. Вот тут у меня пошло разделение еще на кисти. Ой, на стволы. И помидорки, помидорки. Так, это опять Тарасенко. Красота моя.
Вот опять такие мощные кисти. Представьте, если все помидорки будут красные, будет такая красота. Вот Тарасенко, другое растение. О, а вот это растение выросло просто самосевом. Я не стала его убирать. Посмотрим, что здесь будет. Так, переходим дальше. Третий ряд. Ой-ой-ой, ай-яй-яй, как бы пролезть через эти огурчики. Так, в третьем ряду. Томат новогодний. Заявлено, что томат хранится, сам томат, до 5 месяцев. Поэтому я и посадила. Два растения. Вот одно растение, вот второе растение. Кисти не сильно пока большие. Ну, будем ждать. Будем ждать. И не так много. Ладно, будем надеяться. Так, следующий сорт. Лимеренс. Тоже не особо так у меня. Вот. Помидорки. Не сильно крупные, но пойдет. Ладно. Вот тоже лимеренс. Невысокий. Помидорки есть. Ладно. Будем ждать. С подвязкой я тут упустила. Вот он у меня валяется. Ничего страшного. Так, это у нас бычье сердце розовое. Вот такие первые томатики на первой кисти. Вот это самый большой. Ну и дальше пошли следующие кисти. Тоже растение разделено на два ствола. И идет два ствола. Ну а дальше пошла белиберда. Помидорки есть. Будем ждать. Вот здесь пересорт у меня вышел вместо сердца розового. Тарасенко, мой любимый Тарасенко. Так, здесь у нас что? Сердце красное. Вот такие томатики первые висят, здоровенные. Дальше пошли, конечно, меньше. Но если убрать нижние, то верхние пойдут в рост. Еще сердце красное. Вот здесь томатик вообще такой. Вот такой здоровянный. Видно, какой большой. Это первый томат. А дальше пошли, конечно, поменьше. Вот такие. А еще опять сердце красное. Вот это здоровенный томатище. Так, дальше у меня что идет? Сердце оранжевое. Вот такие самые большие. Больше пока нету. Остальные такие средненькие. Ну-ка, а вот большой, ну не слишком, пойдет. Так, а тут у нас кто? Это хуторской засолочный. Ну, обещали помидорки побольше, но они у меня не сильно большие. Но кисточками такими, по 5, по 6 штук. Тоже томат разделен на 2 ствола. Вот. И второй кустик хуторской засолочный. Тут уже безобразие пошло, сразу 3 ствола. Ну ладно, будем ждать помидорок. Вот такая кисть. На конце кисти какая-то тут. Вот, дребедень пошла, надо убрать. Ладно, я потом уберу, не получается. Так, и этот черный принц томат. Но тоже не радует особо помидорками. Вот, вот такой обзорчик. А, еще у нас здесь стоит бочка. И организован капельный полив. Из бочки. Водичка вытекает на грядочке. Открываем краник. И пошла водичка. Бочка, конечно, сейчас пустая. Надо ее наполнить. И полив осуществлен. Конечно, этого маловато. Приходится поливать из ведра. Иногда. Но в целом все отлично. Вот такая у меня тепличка. Ставьте лайки, кому понравилось. Кому нет, дизлайки. Всем пока-пока!